И снова хедриги, подписчики, с вами я, Игорь, и вы на моем канале Игорь и многое другое. От меня почему-то кто-то отписался, у меня теперь 4 подписчика, не знаю кто это. Если ты это видео смотришь, то почему-то отписался, ответь в комментариях. Я продолжаю проходить Spider-Man Ultimate или Совершенно Человек-паук. Я без вас тут прошел одного, стервятника. И поэтому я уже на 3-м уровне от него. Давайте с него начнем. Просто тогда видео... Ну, короче, фигня какая-то произошла, и поэтому... Я иногда, чтобы не за... могу сам проходить... Чтобы не задерживать прохождение столькими многими видео. Вам, наверное, уже надоело их смотреть. 20 раундов победить. Окей. А я что-то и пропустил, какое задание посмотрел, убить 20 врагов, окей. Осталось 10. Да... Я прошел основное задание, давайте проходить остальные. Фига себе, их тут нафиг. До свидания. А все быстрее, быстрее! Я ж как девочка запищал. О! Вот это круто! Найс! Опа! Блин, я как девочка пищу. Отвечаю. Блин, точно надо было прыгнуть, я забыл. Окей. Та-да-да-да-да-да-да. Чтобы больше проходить миссии, я буду... Если буду проигрывать много раз, то... О, да-да-да-да-да, старт. Окей. Наберитесь на зловещий корабль, так, я уже здесь. Ну, окей. Как бы это и есть зловещий корабль. Ну, как хотите. Да, свидания. Вот знаете, у вас было такое чувство, когда ты играешь быстро все, а потом не успеешь привыкнуть, как начинаешь новую игру и все медленно. Вот меня такое чувство бесит. Так, мы же по кругу пошли, это и был зловещий корабль. Ну окей. Задание выполнено, надо было выполнить основное, окей. В принципе, окей, без проблем, мне как-то вообще тут, так, 23 уровень, погнали, а, так можно, я, пожалуйста, киборга поставлю, ну, скажи, да, вот киборг мне вообще нравится. Так, что нам надо борись с механическим осьминогом? Чего? Кем? Осьминогом? Да вы чё? Да я в мультиках это уже видел много раз, нафиг мне это надо наяву. Как Человек-паук боролся с роботом-осьминогом. Да блин, мне пока до него добираться 100 лет.
И вот смотрите, вот это здесь начинается эпик. Здесь эпик, эпик. А! Это... Как? Фига себе. Вы только посмотри. А, это и есть осьминог. Со стервятником все лучше и лучше. Окей. Вы это видели? Вы это видели? Давай, победи его уже. Да блин. Не буду стараться собирать все, мне главное миську пройти. О, да. И походу это последнее. Нет? Вот это уже последнее. Тут прям угадывать надо. Все, а это последнее, да. И... О, комбо тут еще нужно. Я подумаю. О, да. Не, ну вот этот, конечно, уровень эпик. Эпик еще какой. Ну вот, в принципе, основное задание. Мы прошли, нас убили. Окей. S8 я не буду тратить. Потому что, как бы, основное задание я не прошел. Хорошо. Старт. Фига себе, тут прямо эпик, одолели 25 врагов. Да вы чё? Ну нет. Да вы чё? Ну вы чё? Да как я это сделаю? Я же нуб. Как я там? Окей. Окей, окей. И вот я прошел уровень. Да, я прошел уровень, и это хорошо. Sweet. И у меня больше нет кристалла. Это жалко. That's what I'm talking about. Да ну, мост, папа. Да блин. Доберитесь до Чайна Тауна. Кстати, GTA Чайна Таун есть, я ее прошел. На моем счету уже 3 GTA, которых я прошел. GTA Liberty City, Warriors и GTA Чайна Таун. Я видео снимаю вечером. Мне трудно. Очень. Емо-ко-ко. Нам еще прям чуть-чуть. Елся. Нет! 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 Ребята, я прошел, и я сразу же умер. У меня прям традиция начинается. Это видео я выложу завтра утром. О, да-да-да-да, новый стервятник. Давайте. Я очень жду этого. Окей. А это стервятник какой, я не прочитал. Одолеть просто стервятник? Окей. Без проблем. О, под дождем, фига себе. А, не под дождем, жалко.
Если был бы подождем, было бы прикольно. Прям так по крышам мокрым бегать. Голубей гонять. Что я распился сегодня? Ну и ничего. Сейчас на паутине опять летать. Господи. Вот вован. Повезло, повезло. Мы на паутине его сейчас бить должны. А. Я подумал, все, на паутине его сейчас. А. Окей, окей. Просто стервятник, что-то тут. Просто стервятник. Был классический, теперь это просто стервятник. Какой же потом будет? Иди на. Опа. Уфига себе, он его там размазал. Прикольно было. И я умер. Окей. А тут кто? Да у нас сегодня прям день какой-то счастливый. За нуар, такой, бросай символею, пока МД не схватит. Кто ее схватит, эту ружу, она никому не нужна. Спасибо, получи чутье. О, господи, я бы сейчас... Получи чутье вообще меня прям спасло. Музыка. Да чё я так распылся? Чё-то мне это не нравится. По вованам бегать, голубика. Фига себе, как мне повезло, увидели. О! Ещё раз повезло, опа. И задание выполнено. Окей. Е-бой. Плюс 2 кристаллика, окей. Спасибо, тигр. Тигр? А, то окей. Без проблем. Где он? Кибор? Давай, киборг, тащи, братан. Сколько у нас там? Одолеть 12 врагов. Да чё, сколько врагов-то только одолеть? Наверное. Ну, хотя бы не 20 и не 25, как было тогда. Я больше на эту уловку не попадусь. И задание выполнено. Вот и все. Задание выполнено. Отлично. Отлично. Надо мне у киборга повысить. Нам осталось 3 стервятника. Это хорошо. Ну сейчас за одну серию, знаете, сколько можем сделать? Охо-хо. Сейчас опять, что ли, а? Врагу победит. Оооо, что-то не сигнала. Бегу, стади... О, первый вижу. О, господи, да чё ж меня так пугать? Теря вижу эту фигню. Меня не уловишь.
2 есть, осталось 4. Ну, я думаю, их легко будет собрать. Опа. Блин. О, да-да-да-да-да, ебой. Не одно осталось. Да, и мы выполнили. Не забыл. То, что я проигрываю. Perfect. 67, да ё. Payback time. А что если сейчас нет? Let's knock these sinister psychos back to the dimension they crawled out of. Да блин! Их улучшать надо. Ёлки-палки. Mighty fan.